Лена, я ястреб. Квадрат 32-27, наблюдаю минометную батарею. Задача уничтожить противника, но только условная. Артиллеристы из Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения провели тактические учения. По замыслу подразделения артиллерии десантировались в районе, где заблокирован условный противник. Главная задача – не допустить его прорыва через оборонительные рубежи. С помощью средств визуальной и звуковой разведки и беспилотников военным удалось найти место расположения пунктов управления и огневых позиций артиллерии противника. Координаты были переданы на командно-наблюдательные пункты минометных подразделений. После этого пункты управления условного противника были уничтожены огнем минометов. Учения начались с маршей занятия назначенного рубежа, где десантники оборудовали свои позиции для стрельбы из минометов, которые позволили скрыть расположение минометных расчетов от средств визуальной звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника. В это же время самоходная артиллерийская батарея после десантирования заняла огневые позиции по флангам обороняющихся подразделений. Получив сигнал на боевое применение и координаты объектов, артиллеристы со всех орудий уничтожили условного противника. Анна Тищенко, Улправда ТВ.